Вот она. Такая самая высокая колокольня в мире. Вроде как в мире. Вот, ну, короче, ну, она занесена в рекорду. Книга рекордов Гиннесса, короче, она занесена. Сейчас подойдем поближе, посмотрим ее. Подошли поближе. Вот такие вот. Пейзаж открывается. Вот это да, башенка вообще колокольная. Красиво, да? Да, красиво. Очень. А вот туда внутрь зайди, встали в середину, там это же идет как-то. Так, вот такие вот там перекрытия. А слушай, а сейчас там вот такая вот она. Достопримечательность красивая. Вот. Здесь вот, вот здесь могильная дроби. Вот. Вот, видишь, даже и тут. Это не так чисто. Да, по ним нельзя, да. Если вы Марии Николаевны Устиновой. Крестьянки. Причем, смотри, крестьянки. Тут обычно не поставишь, ты богатым такой камень. Да. Дело рабы Божьи, как тихо, Устинова. Тоже кто-то. Что-то они как-то странно туда. Храм Петра и Павла. Какой там Кабацкий, да? Кабацкий мост этот у нас. Вот речка. У нас коровы здесь. Скоро будет под вечером давать молоко. Вот, вот тут. Вот здесь у нас. Вот залазишь. И потом туда. Бульк! И все. Глубина большая? Да. Вот, вот так вот. Поселение.